Опытные военнослужащие дали основные советы тем, кто желает стать частью вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Подробнее смотрите в сюжете. Служба в рядах Донецкой Народной Республики, в вооруженных силах Донецкой Народной Республики. Ну, это почетное звание воина. Главное, чтобы слушали приказы и команды командиров. Это ведет к тому, что вас могут сберечь. Потому что само мнение это очень... За своих командиров, которые добиваются от вас дисциплины, которая в дальнейшем будет спасать вам жизнь. На войне не первый день, а с самого начала. И достаточно часто ко мне подходили бойцы после боев и говорили, вот теперь я понял, для чего нужна дисциплина. Хотя поначалу им не нравилось, они думали, что я над ними издеваюсь, как-то их ущемляю в чем-то и тому подобное. Ему хочу дать такой совет. Во главу угла в армии ставится прежде всего дисциплина. Беспрекословное выполнение приказов. Чтобы не пренебрегали средствами защиты, бронежилеты, каски, а также оружие, чтобы было чистым. Эти все нормальные требования вы можете сами выполнять, даже не дожидаясь приказов. То есть всего лишь чего добиваются командиры, это дисциплина, четкое выполнение приказов команд своевременное, чтобы боец не раздумывал и остался жив в конце концов. Потому что много смертей, много несчастья, много потерь происходит из-за того, что люди начинают вопреки приказам себя вести, какие-то действия самого. Всегда носите с собой максимально полную аптечку, насколько это позволяет, конечно, потому что сильно много ты тоже с собой не сможешь взять, но все необходимое должно быть. Нельзя расслабляться, пусть даже у нас режим перемирия, так называемый, где-то на каких-то позициях затишье, на каких-то нет, даже там, где затишье, враг может активизироваться в любой момент. Для этого надо всегда быть в боевой готовности, всегда бить. Уже мотострелка – это автомат. К нему надо относиться как к своему брату, потому что если вы не будете за ним ухаживать, он вас подведет в критический момент. Всегда следить за своим оружием, пользуйся ты им, не пользуйся, когда-нибудь оно тебе пригодится. Всегда его держать в чистоте, всегда его обслуживать. Даже просто делать нечего, лишняя минутка, пилючку с него протер, обслужил его, оставил в сторону, если возьмешь, когда оно тебе надо будет. Учитесь, занимайтесь, спрашивайте у более опытных, если что-то вдруг вам непонятно. Ничего страшного, опытные механики всегда посоветуют вам. Всегда обувь и одежду выбирайте максимально доступную для вас в финансовом вопросе. Не носите кеды, кроссовки на передовой позиции, носите берцы, желательно с высоким берцем, потому что они лучше фиксируют стопу, меньше вывихов. Очень обидно, когда ты будешь бежать в атаку и выходишь из боя просто из-за того, что подвернул ногу, потому что ты бежал в кроссовках, ты даже не камуфлирован. Армия – это монолит, который состоит из многих частей, и каждая часть должна подчиняться одной единой воле командира.